Вы смотрите обзор товара «Жидкое удобрение Конский, 5 литров». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Жидкое удобрение «Биуф Конский» производится на основе конского навоза. Для производства этого удобрения используются специальные биореакторы, в которых разложение органических веществ без доступа кислорода. Технология производства гарантирует безопасность подкормки, а именно, отсутствие в ней возбудителей болезней растений и семян сорняков. Специфическая микрофлора этого удобрения подавляет развитие патогенных микроорганизмов в почве. Состав подкормки оптимально сбалансирован. В ней содержатся все необходимые растениям питательные элементы. Жидкая подкормка «Биуф Конский» подходит для любых овощных и плодово-ягодных культур. Она может использоваться как в открытом, так и в закрытом грунте. Питательные элементы равномерно распределяются в почве и хорошо усваиваются растениями. Результат применения этого удобрения – здоровые растения и высокие урожаи. В зависимости от потребности культуры, удобрение разводят водой в соотношении от 1 часа 10 минут до 1 часа 20 минут и тщательно перемешивают. Этой смесью производят полив почвы под нуждающимися в подкормке культурами. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.